так все вместе дружно исполнили песню «День Победы». Это ученики и учителя школы номер 19. Выступление длилось около 4 минут, а на подготовку ушла целая неделя. Таким образом, учащиеся образовательного учреждения выразили благодарность героям Великой Отечественной войны. Мне эта песня понравилась, так как это самая главная песня для нашей школы именно в этот день. Эмоции у меня такие смешанные на самом деле. Вроде как волнение небольшое есть, а вроде как и его и нету, потому что почему, зачем волноваться, если все равно твои одноклассники рядом. День Победы исполнили более 1000 певцов. Как отметили в школе, они впервые решили спеть все вместе. Все с энтузиазмом восприняли это событие. Просто... Я вот смотрел сверху, непередаваемо. Это испытал чувство единения, чувство благодарности и детям, и нашим родителям, и нашим дедам, прадедам, которые действительно принесли эту победу. В образовательном учреждении рассчитывают, что акция станет доброй традицией, и начало этому уже положено. Эльмира Гайнуддин, Валинар Султанов, новости Челны ТВ.